Так, продолжаем наши прогулочки по городу Фано. Какой-то то ли университет, какое-то тут заведение у нас. Молодежь гудит. Тут у нас, насколько я понимаю, это церковь у нас тут. Пойдем вот так вот. Так, если я не ошибаюсь, нам надо прямо, кажется, чуть-чуть заблудились, слегонца запутался, куда здесь идти. Где госпорали, госпорали? А, все правильно, мы вышли. Сторону. Очень много здесь магазинчиков разных. Кстати, дешевые все вот эти вот вещи. Ну как дешевые? 10 евро, 20 евро, 15 евро. Много разного барахла. Как в Испании, такая же тема, только уже итальянская одежда. Много одежды с этой, из не Сан-Ремо, а как это называлось, она Сан-Марино, из Сан-Марино. И туристов не так много здесь. Можно, я вот сколько здесь хожу, просто здесь море, туристическая такая зона, но все говорят на итальянском, очень редко. Кто-то на английском говорит. И очень редко, на русскую речь вообще один раз только слышал. То есть как-то вот так вот. А в деревушке, где я живу, там вообще никого нет. Там, как говорит сам, даже наш хозяин, у кого живу. Вот он говорит, что туристов в его районе вообще нет, чисто. Красота, деревня, полная благодать. Прикольно, велосипед впереди с этим, со стеклом, как будто с пластмасс. Вообще эти города одинаковые. Вот я до этого был здесь, город Порезово, Пизаро. Вот я сейчас по этому городу гуляю, такое ощущение, как будто бы я там. Сейчас подумал об этом. Ух ты. А вот она, главная площадь у нас. Ничего себе, такая нормальная площадь. В Пизаро площадь чуть поменьше.
Давайте здесь присядем, передохнем чуть-чуть. Вот такая вот жатуха, положуха, друзья. Солнце, жара чуть-чуть давит. Сильной жары нет, но все равно серебенца приплющивает. А так вообще красота. Шайки тоже ходят, не знаю, они итальянские или не итальянские, но которые до этого были. Мне показалось, что они то ли с Румынии, то ли с Болгарии, откуда-то оттуда. Потому что они, в принципе, по всему миру. Ну как по всему миру, по Европе точно. В основном с Румынии они. Хотя сами румыны и болгары от них открещиваются и говорят, что они позорят нашу страну, и они не при делах, то есть они не наши, мы их не знаем. Его дела. Так, пойдем дальше, наверное. Вот здесь где-нибудь присядем, попьем чайку, кофейку. Так, пока все, друзья. Смотрите Анзор ТВ. Увидимся в Голливуд, солнечной Калифорнии.